Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PS4 Games. И мы с вами продолжаем проходить последнее сюжетное задание. Вот она, Ассамблея. Последняя база батальона в Манхэттене. Кто бы мог подумать, что эти козлы засядут в здании ООН. Раз никто не собирается принимать осуждающую их резолюцию, то выселять их придется нам. Мы перехватываем их переговоры и следим за зданием. Уже ясно, что именно здесь полковник Блиц собирается дать последний бой. Скорее всего, Черненко тоже здесь. Тот русский ученый, которого они увели из консульства. Если мы завалим Блиса, то отрубим змее голову, захватим это место и бежать им некуда. Люди капитана Бенитоса пойдут на штурм ключевой позиции батальона. Это отвлечет внимание врага и позволит тебе проникнуть внутрь и отключить автоматические турели. После этого в атаку пойдут основные силы, и тогда Блис окажется в ловушке. Но все зависит от тебя. Интересно рассказали. Так, с нами наш напарник Виктор. Прокачанный по максимуму. Ну и мы идем, значит, на самом сложном уровне. Высокая сложность. Начать заново. Все, отлично. Ну все, выдвигаемся. Чтобы выбить батальон из здания ООН, в первую очередь нужно пробраться мимо этих пушек и проломить стену. Мои люди настреляют в часовых и тем самым отвлекут внимание, а ты сможешь заложить взрывчатку и проникнуть внутрь. Ну, ладно, двигаемся. Пока наши здесь бегают. Эй, агент. Вот заряды. Они готовы к работе и достаточно мощные, чтобы пробить бетонную стену. Увидимся внутри. Заряды. Ладно, берем. У нас тоже все готово. Теперь дело только за тобой. Зачистишь южный вход и пойдем на штурм. Штурм. Мне нравится. Опа. О, вражина. Солдатики. О, все такие бронированные тут. Типучки. Гранаты. Так, снайпер есть. Так, снайпер готов. Снайпер зовут. О, граната. Флешка. Шот. Снайпер подходит. Внимание, к вам приближается. Окей, турельку бросаю. Посмотри, кого их. Так, ладно. Что там, снайпер больно бьет? Очень даже. Вообще. А, да, девчонка, что ли? Он жил. Зарашил ее. Отлично. Там что, взрывать надо? Недалеко от тебя вход в тоннели, проложенные под зданием ООН. Как доберешься, нужно пройти 200 ярдов на север. Бросай отряд и бегом. Так. Что есть? Подземка, что ли? Далеко. Пока покемперю здесь.
пошла. Вы на месте подрыва. Устанавливайте взрывчатку. Так, здесь лизаночка. Полностью. Мы что, взрываем? С4. Ага. Шикарно. Отличный проходик. Девчонки бегут. Машины тут интересные. Лимузины всякие даже есть. Вот и зарядка. Что-то упало. Сложу, заберу. Что тут происходит?
Хорошо, пистолетки. Да на, съешь ты гранату. Ой, блин. Поднимаем туда. Так, скучно поставить. Добиваю. Опа, вылежал. Зарядка. Нормально, это нормально. Подружки. И больше ничего интересного нету. На улицу выходим. Нас тут рвут на британский флаг. Как же ты долго. Разворачивай турели и открывай главные ворота. Скорее. Граната. Где турелька, а он... Вот, отлично. Давай, включай. А вон, турелька палит. Мало патронов-то. Убойный. Тут у нас так. Что-то завалил. Снайпер что ли там? А, турелька там. Так все, залез, да? Тогда не высовываюсь. А, где они? А, кто здесь? Еще одна турелька. Еще здесь несколько, что ли? Так они здесь везде стоят. Там стоят. Нашел? Задвор, не беспокойся. ОТГ его удержит. Иди в здание Генассамблеи. Твоя цель близ. Убей его как можно скорее. Иду. Снайпер, падай здесь. Тихо. Сейчас я заволю. А, турельки наши теперь. Вот. А, наши здесь уже забежали. Вот он, вот он, вот он, вот он. А, все, завалило турельки. Ха-ха-ха, отлично. А, меня трешок попал. Ай-яй-яй-яй. Ты меня поджарил. А, парализовал. Ну, вот, тебя заберу здесь. Пистолет.
Да-да-да, иду. Заходим. Так, наверх. Интересно здесь. Что там интересное? Это полное у нас. О, ящик большой. Впечатки только. Нам бы оружие бы дали, а не перчатки сунули. На продажу пойдут. Так, все, поднимаемся наверх. Здесь что-то есть. А, вот еще ящики есть. Товар, твоя товар главная цель не работает. Но мы полагаем, что в здании также находится Киннер и тот русский. Я попросила ОТГ их поискать, но если туалет. Ты их увидишь, ты знаешь, что делать. А что эскаваторы-то не работают? Вроде электричество есть. О, тупик. Сюда. Здесь что-то есть. Золотой. Пас кого-нибудь там. Поболтаем здесь. Батончик. Здесь еще есть. Да, шикарные офисы здесь. Спецотряда, пусть не лезут. Черненко. Встретимся позже. Сэр! Сэр! Двигаемся дальше. Моем патрушки с той стороны. А, тут можно. Вот, послушай, Близ в эфире. Мы пытаемся вычислить, где он. Сейчас я тебя подключу. Лживая сука, Аарон Киннер воткнул нож нам в спину. Всем, кто сейчас не на стене, приказываю выследить этого предателя и его русского дружка. Они не должны уйти живыми, ясно? Сэр, стены больше нет. Бойцы ОТГ ворвались в здание. Ваш вертолет готов эвакуировать получится. Вас. Твою... Ладно, иду. Он попался. Вперед, в зал Генассамблеи. Хо-хо.
перезарядка. Кто там? О, ястреб. Отлично. Мина фасово. Съешь. Почти сняли броню. Хэдшот, хэдшот. Он тут еще бежит. Сейчас я сверху. Все пусть устроим. Обжал, надо стоять. Так, что с этого ястреба выпало? Жилет, модификация и рюкзак. Да, так себе. Китайские вазы тут. Ну, никак не у снаряга, прям как у нас. Продажный агент. Сэр, над главным зданием зависла вертушка. Это Близ. Твою мать, мы опоздали. Агент, с Близом мы облажались, но его зад, возможно, еще не удалось сделать ассамблеи. Давай туда, быстро! Сейчас, сейчас, могу. Быстро сейчас патроны-то. Отлично, отлично. Так, подружки пока еще и хватит нам, надеюсь. Но я тоже пока поменяю модификацию есть. Так. Чтоб они горели. Воздушный подрыв. И ладно, тоже поставлю. Электрошокер. Так, где-то здесь, подожди, патрушки где-то здесь. Или, а, рюкзак здесь, а нет. Тумбочка. Поднимаемся. О, подружки есть. Отлично.
нас там ждут уже наверху. Шикарно, шикарно. Ага, током где-то может. Добил почти. По золотой. Гранатки, да. Ну, чуть-чуть. И заряд. Такие звуки у них вообще. Где он здесь? Да где-то подо мной. Не святый зашел. Он на тебя. Снайпера, да? Золотые. Ага. Еще сверху он. Снизу еще. Граната. Так, турелька, отвлекай-ка их. Не подпускай. Со снайперами пообщаемся. Ну, так мы лазали там. Страшно. Даже интересно. Снизу там. На фасах. Брони уже нету у обоих. А там снизу, блин. Высунуться не дают. Внимание, кидаем вспышку! Я чё меня откидать? А, блин, снизу попались все-таки. Как они там орут, там, кто ли, три шокера. Гори, гори. В здании еще остались бойцы батальона. Тебе ну, нужно... Ну, нормально. Прости, капитан, я прерву. Агент, в этой комнате идем должны быть добро. Все разведданные батальона по Манхэттену. Аптечки, аптечки. Найди патроны. Терминал и скачай все, что там Термогаз. Есть. Дама права. Действуй. Ну как-то он наверх забрасывал, наверху что-то лежит. Хотя там не сильно ценное такое. Так,
что, все собрали что-то? Где надо? У меня нету здесь ничего. А, вот и это вот. Я легко показываю, что... Сверху теперь лезут. О, тихо, стоп. Сейчас я здесь зашкирю где-нибудь. Что, за этим нельзя сесть? Спрячьте меня куда-нибудь. О, дробашами. Трулька отвлекает. Рулька. Ах ты, падал сверху там. Ну, золотой сверху, Феникс. Босс идет? Это же просто Феникс. Сколько их там бегут-то? Погостить здесь. Подойти этим. Говорить его с напиратом. Там мозги уже летают. А, слепит их, да? Так, пехоту все ожили. Вроде, да? Отлично. Ну, высуни свою башку. Сука, умный, что ли? Нравится? Нравится? Нам тоже нравится. Чё он там кидает? Это девчонка, что ли? Ой, мина катится, мина катится. Тебе, что ли? Тебе. Давай бей гранату. Падал, нас кинуло. Вау, черт. Какое укрытие. Никто не сбежит. Турель. Турель, там что только нет у нее. О, что-то неплохо стало. Вот внизу он бегает. Давай, да. Куча у нее. Нужно перезарядить. Ой, я там туда спустился. А, это турелька, блин. Давай, на общак. Убегаешь. Горит, горит. Она стонет. Есть. Тут много любопытной информации. Похоже, что батальон следил абсолютно за всеми. Тут что-то странное. Я скажу Роцу, пусть займется. Так, на клинике, модификации. Остатки батальона разгромлены. Все уже практически закончилось, так что двигай к нашим во дворик. Там решим, что делать. Так, что здесь еще у нас есть? Патрошки. Он тут еще бежит, что ли? А что здесь? О. Это что-то было. Это интересный тролик. 220 поп у нас прям. Так, патрушку забрали. Ага. О, вражина лезет, что? А где? Куда? Вниз? А, нет, не вниз, сюда.
лифт. Лестница. Оху-ху. Вертушка, что ли? Офигеть, боевая. Она с ракетами. Ой, она разворачивается, я угадаю. А ну-ка сбей этого гондона, достал. А чем этого гондона сбит? У тебя есть РПГ? Вертолет разнес пульт управления турелями. Тебе придется перенастроить турели вручную, одну турельки за другой. Турельки перестроить надо. Задай жару этому гаду. Раз я босса, а как турельки надо бежать, что ли? Его минами-то не возьмешь, ладно, сейчас поставлю. Агент, подмога уже идет, продолжай обстрел. Только не подставляйся. Я сейчас это поставлю. Сейчас, сейчас я на место турельки этот поставил. Да, он помер. Как он по тебе жарит-то? Ой, все. Сейчас попробую сжахнуть. Да-да, сейчас. Гранатомет. Ой, я гранатомет. А полетел. Осторожно, агент. Мы не знаем, что у него еще есть в арсенале. Нормально, нормально. Кстати, спрятаться, укрыться. Откуда? Чуть-чуть осталось. Ох, мину не закрыли. Укрытие, быстрее! А что такое? Что укрытие? Внимание, к тебе приближаются пехотинцы, подкрепление батальона. Осторожней! Отходим, да? О, что-то летит, ракеты. Он жарит. Ну, чуть-чуть осталось ему. Уходи. Боты выбежали. Поближе его подпустить, чтобы его гранатометом жахнул. Не ушла. Нет, спрятаться нельзя. Не садиться. А, вот. О, уходим, уходим, уходим. Над нами. На, выпусти. Не летай, пожалуйста. Не летай, не бери меня с собой. Брони почти нет у него. На, отлетай он на себя, вытушку. Пехота не там. Опа, опа, опа. Подошло подкрепление. Добивай его, агент. На, выкуси. Стреляй, он почти готов. Да, похорони этого заряд. Урода. Сейчас, сейчас, сейчас. Похороню. С удовольствием. Сейчас. Это бьет пехота. Так, ладно, снайперка сейчас снимаю. Хорошо.
Что-то не пробивает его. Далеко что ли? Поближе подойти. Откуда они лезут-то? А, жили меня здесь, зажали. Шикардос. Вот это я понимаю. Агент, тебе только что удалось убить командира последней крупной вооруженной группировки Манхэттена. Тебе удалось сломать хребет батальону. Хотя это было нелегко, и мы понесли большие потери. Зато больше никто не будет вербовать мирных жителей, приставляя им пистолет к виску. Отдельные мелкие шайки еще остались, но мы их можем громить хоть пачками. Да, вот значит. Конец сюжетной линии. Продолжение там. Блин, здесь бронежилет такой лежит. Шикарно, у меня места нету. А как разобрать? Инвентарь. Так, 30. А вот разобрать на L. Все разобрали. Окей. Отлично. Забираем. Надо посмотреть. Ну, шикарно, шикарно было-то. Сколько ута-то лежит? Уху. Бежим удать. Сейчас все соберу здесь. Так, пистолет. Ладно, я сейчас разберу сначала все, там что не нужно. Так, бронежилетов что-то много у меня стало. Ой, здесь под 900. Этот лучше. А у меня он и стоит. Ну-ка, не будем пока броники. Ну да, продавать все будем, чтоб заводу это надо, конечно. Пулеметы, да, да, что-то есть бешеная. А сейчас там наверху там что-то есть. Так, о, винтовочка. Еще одна винтовка. Так, здесь что? Наколенники, места нет. Хотя наколенники-то у нас уже есть. Так, 500. Ну ладно, здесь нормально. Ладно, разобрать этот. Так, а где вертушка-то горит? А, вон сверху. Га он там разнес. У меня взрыв-то был шикарный.
И взорвался шикарно, врезался там. Вон там где-то выход. Это здесь. Теперь нас ждет темная зона, золотое оружие, снаряга. Сюжетка закончилась, но продолжения здесь хватит. Что ж, агент, по-моему, из нас вышла отличная команда. Мы много всего сделали для города. Намного больше, чем от нас ожидали люди. Мы с тобой, конечно, понимаем, что это отнюдь не хэппи-энд. Наш любимый предатель Аарон Киннер по-прежнему на свободе. С ним Черненко. Почитай на досуге досье Киннера. Там много интересного. И мы не знаем, где Амхерст. И какие еще тузы у него в рукаве. Однако есть надежда. Доктор Кендалл помогла ЦКЗ начать разработку вакцины. Нам удалось сломать хребет батальону и чистильщикам, и беглым уголовникам. Мы отбили город, как и обещали. Это еще не конец, поскольку темная зона никуда не делась. Но у нас есть все шансы спасти город. А может, и не только город. Неплохо для второй волны, правда? Да, неплохо для второй волны. Ну что ж, агент, по-моему, из нас вышла отличная команда. Мы много всего сделали для города. Намного больше, чем от нас ожидали так, люди. Так, что, повторять, что ли? Мы с тобой, конечно, понимаем, что это отнюдь не хэппи-энд. Наш любимый предатель Аарон Киннер по-прежнему на свободе. С ним Черненко. Почитай на досуге досье Киннера. Там много шикарно интересного. Этот. И мы не знаем, где Амхерст. И какие еще тузы у него в рукаве. Однако есть надежда. Доктор Кендалл помогла ЦКЗ начать разработку вакцины. Нам удалось сломать хребеты батальону и чистильщикам, и беглым уголовникам. Мы отбили город, как и обещали. Это еще не конец, поскольку темная зона никуда не делась. Но у нас есть все шансы спасти город. А может, и не только город. Неплохо для второй волны, правда? Итак, друзья, на этом там закончим. Вот и завершилась сюжетная линия. И будем уже там покорять темную зону. Так что подписывайтесь на канал PS4 Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.